самый длинный день в году. С его безоблачной погодой нам выдал общую беду. На всех, на все 4 года. Она такой вдавила след и стольких на земь положила, что 20 лет и 30 лет. Живым не верится, что живы. 27 миллионов советских граждан унесла Великая Отечественная война. 75 лет прошло со дня начала этой великой и страшной войны. Нам нельзя забывать подвиги наших дедов и отцов. Мы помним, знаем, чтим. У мемориалов воинской славы, у братских могил люди возжигают свечи в память о погибших в этой страшной войне. Как нам выразить свою боль? Сердце наше скорбит и помнит без времени ушедших, и мы возжигаем на своем окне свечу, словно оголяя сердце и показывая, как оно горит от боли за своих соотечественников, погибших в Великой Отечественной. Зажги свечу в день памяти и скорби.